Женатые скалы – одна из самых известных достопримечательностей страны восходящего солнца, по сей день напоминают о богах, в легендарные времена создавших Японию. Когда-то давным-давно, когда и земли никакой еще и не было, а был один сплошной океан, решили боги, населявшие небеса, заняться обустройством мира. Для этого отправили они вниз двух богов, у которых было особенное предназначение – создать жизнь. Идзанаги и Идзанами, спустившись к воде по радуге, остановились на самом ее краю, и Идзанаги окунул в воду чудодейственное копье. Подняв его затем над водой, он стряхнул капли вниз. Падая, капли затвердели, и упав, стали первым островом. Спустившись на него, Идзанаги и Идзанами вскоре поженились и стали родителями еще множества островов, ставших впоследствии Японией, а также дали и горы, и водопады, цветы и деревья, ветер и дождь. Эта красивая легенда о происхождении японских островов лежит в основе другого предания, истории двух скал, носящих название Маято и Ива, что означает «скалы мужа и жены». Находятся они на острове Хансю, недалеко от города Футами. Женатые скалы, соединенные ритуальной веревкой, символизируют собой двух богов, ставших прародителями Японии, Идзанаги и Идзанами, а веревка, вес которой, кстати, около тонны, это символ нерушимости и святости супружеских уз. Три раза в году на специальной церемонии монахи храма, находящегося напротив скал, меняют веревку, привлекая к и без того популярной достопримечательности еще больше туристов. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.